вопрос о согласовании увековечения памяти Марчукова Андрея Олеговича в форме присвоения имени муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя школа номер 5. Как муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа номер 5 имени Марчукова Андрея Олеговича. Марчуков Андрей Олегович родился 26 марта 1974 года. Учился и закончил школу номер 5 в городе Ачинске. В связи с возгоранием 5 августа 2019 года на складе боеприпасов на территории воинской части, расположенной в поселке Каменка, наступила чрезвычайная ситуация. При исполнении служебного долга Марчуков Андрей Олегович погиб. Согласно указу президента Российской Федерации, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, посмертно был награжден медалью «За отвагу». Реализация проекта решения не потребует дополнительных затрат из бюджета города Ачинска. Знаете, я такую ремарочку сделал. В прошлом году, да, назвали улицу в честь Андрея. Но улица находится просто в ужасном состоянии. У меня вот просто такое предложение, раз мы называем, да, память улиц, то есть надо содержать эту улицу. И также вот сейчас эта школа называем в честь Андрея, да, и чтобы вот она тоже содержалась, полагается. Табличка, да, я так понимаю, там будет висеть? Да, конечно. Да, чтобы она висела, эта табличка, не на облезлых стенах.